учиться созидать, есть время на подумать, зачем его терять. Лидерское качество, взрослый тема, надеюсь, учиться. Надо, наверное, где-то под... Там, наверное, переход есть какой-нибудь, нет? Или здесь тоже не цивилизованный сад? Опять что не цивилизованно? Наивность — это когда в России, переходя дорогу, ты смотришь только в одну сторону. Вот это наивность. Загородили. А, не так. Дорогу. С дороги уйдем. Ну так, когда ты переходишь одностороннюю дорогу с односторонним движением и смотришь только в одну сторону. Вот это наивность. Ривьера. Автодром. Пустынный Ривьера. Здесь можно уже не бояться автомобилей. Ну, вот а я нигде не боюсь автомобиля. Что, пойдем? Поехали. Да, поехали. А что, может, давай сначала пройдемся, а потом поедем? На обратном пути, что ли? Да, да. Давай здесь пройдемся, давай, посмотрим. Мастерская. Коньки. Знаете... О, рыба. Ну-ка нафиг. Давай рыбок посмотрим. Нет, нельзя, ручки, это платно. А что, не сожрут, если руку засунешь? Пирали, девочки, маленькие. Это массаж. Садитесь, ножки опускаются. Это массаж? Да, как на фотографиях, как по телевизору, как на плакате. Я вот, 5 футов, 150 рублей. А, это пиявки? Ну, типа, нет. Они кровь сосут. Так мне больно будет? Они хоть останутся. Только ногти, да и скелет. А это больно, кстати? Нет? Нет, приятно. А, приятно, да? Так пощипывают, они срывают это. Ну, старый кожный покров. Пиздец, уже, да, уже рыбы массаж делают.